Северного педагогического колледжа. Катрин, ее веселая дружба пробуждает внутри особое чувство, предвкушение тепла и обновления. Мы решительнее начинаем строить планы, смелее надеяться, чаще улыбаться. Нас радует весеннее солнце, неугомонный щебет птиц, набухающие почки и особый весенний аромат в воздухе. Мир вокруг начинает играть свежими красками и даже кажется чуть добрее. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною, засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплее и ярче солнце стало. Пора метели, злых и бурь опять надолго миновала. Дорогие гости, для вас выступает хореографический коллектив вдохновения, лауреат областного фестиваля «Северное сияние», неоднократный победитель конкурса «Студенческая весна», победитель областного студенческого бала, художественный руководитель Ольга Владимировна Абрамова. Когда вокруг звенит копель и раздается птичий пение. Ты маску поскорей надень и наберись терпения. На сцене двукратный победитель городской студенческой лиги клуба веселых и находчивых, команда КВН «Последний звонок». Руководитель Анна Викторовна Рожко. Поехали!
Что вы выберете? Вариант А. Сидеть дома, на дистанционке, с семьей. Или вариант Б. Б! Без вариантов. Доченька, я надеюсь, ты не плату? Нет, они меня не догнали. А что тебе подарить на 8 марта? Я хочу, чтобы ты подарил мне цветы, но я не хочу говорить тебе, что хочу цветы. Потому что ты подаришь мне цветы, потому что я тебе сказала, что хочу цветы. А я хочу, чтобы ты подарил мне цветы, не потому что я тебя попросила подарить мне цветы, а потому что ты сам хочешь подарить мне цветы. Фотографиями с дипломами, комментарий. Ура! Все закончилось! Свобода! Так вы еще никогда не ошибались. Сегодня в зале у нас очень много важных и почетных гостей. А из Министерства образования тоже есть? Конечно. А давайте у них что-нибудь попросим. Я, можно я? Ладно, нет. Давайте попросим пересдать их какой-нибудь зачет. Рита, тебе зачем? Ты же и так отличница. А давайте попросим у них баскетбольный мяч. Зачем? Мы же тут недавно град выиграли. Нам 100 таких мячей купят. Давайте лучше попросим у них новую машину, чтобы наши студенты могли ездить на конкурсы в другие города. А чем тебя наша Волга не устраивает? Ну, она же 1854 года выпуска, а на дворе уже 2021. Так это 1-2 в уме, вторник после января. Так она же как и дед уже. Ну можно? Лучше я знаю, что вам просят. Давайте новое трехэтажное здание с бассейном, с новым спортзалом, теннисный корт, итальянская поддержка. Тише. Хорошо. Уважаемое Министерство образования, мы были на карантине целых 6 месяцев. А это примерно 26 недель и 160 дней. Мы так устали. Мы очень устали от дистанционного обучения. Соскучились по нашим любимым преподавателям. Не выводите нас больше на дистанцию. С вами была сборная Северного педагогического колледжа. Последний звонок! Еще снега белеют на полях, и скрыта подо льдом речная глубина, но зимние листки во всех календарях оторваны уже, в страну пришла весна. Март наступает, а вы замечали, что-то с людьми происходит весной? Женщины все необычными стали, славные, нежные, все до одной. Весна романтична и мечтательна, сладкая, как воздушный зефир, и ароматная, как хоровод цветов. Встречайте, на сцене танцевальный коллектив колледжа «Вдохновение» с композицией «Хоровод цветов». Thank you.
Время привести в гармонию свой внутренний мир, мысли и чувства. Весна – это время активности и добрых дел. На сцене многократный победитель областного конкурса педагогических отрядов «Вожатых» – педагогический отряд «Северные белки». Всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече весны. Эх, русский танец загляденье, взорвется вширь и в высоту. Он всем покажет без сомнения души российской широту. На нашей сцене сюрприз для дорогих гостей. Русский народный танец «Барыня». Thank you.
вами. Будьте счастливы и любимы, очаровательны и непредсказуемы. И пусть эта весна принесет вам хорошее настроение и удачу. А мы, ведущие сегодняшнего концерта, преподаватель Ольга Владимировна Абрамова и студент Северного педагогического колледжа Степан Давыдов, не прощаемся с вами, а говорим вам до свидания. До новых встреч!